В 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции. Именно этой дате посвящена выставка «Великая Российская революция в изобразительном искусстве», которая открылась в музее-мемориале Владимира Ильича Ленина. На выставке представлены произведения изобразительного искусства из фондов Ленинского мемориала. Практически со всех полотен на зрителей смотрит Ленин, под руководством которого проходили революционные события в 1917 году. На картинах встречается и Сталин, другой руководитель нашего государства. Хотел бы отметить, что некоторые произведения, которые здесь, они были в свое время приговорены к уничтожению в 50-60-е годы. После разоблачения культа личности Сталина было рекомендовано все, что с ним связано, нужно было уничтожить. Но нашелся такой музейный работник, который вырезал эти картины из рамок, сложил их в трубку и забросил в самый далекий угол. И буквально через несколько, 20 с лишним лет, случайно был обнаружен этот сверток. Вот так сохранились эти произведения. Художественный калейдоскоп полотен на выставке передает все многообразие веяний и настроений ведущих советских мастеров, отразивших переломное событие 20 века. История появления этих произведений самая разная. Многие были подарены музею. Некоторые живописные и графические произведения, такие как картины Курнакова «На защиту революции», Монастырского «Хроника Новой России», графика Харшака и Яушева, посвященные событиям февральской революции, экспонируются впервые. Выставка будет работать до конца марта. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.